Мы находимся в разделе женских костюмчиков. Вот такие вот женские костюмчики на все возраста, вкусы и цветы. Чтобы было понятно, что с ценником. Вначале этот костюмчик стоил $159, сейчас оценили до 55. Есть вот такие вот варианты. Такой костюм тоже стоил $159, оценили до 55. Кстати говоря, я вижу, тут еще до этого были наклейки. А, первоначальная цена была на этот костюм $240. Вот такая вот оценка. Ну, конец сезона понять можно. Еще один костюм. Изначальная цена вначале была $240, потом она опустилась до 159. И вот такая вот оценка до $55. Еще один костюмчик. По-моему, такая ценовая категория. Да, это порядка $300 он стоил. Уценили его до 62. И выбор огромнейший. Такие костюмчики оценены до таких же пределов, $41 приблизительно. То где-то в пределах $45-60 можно выбрать себе приличный костюм, который до оценки стоил порядка $300-350. Вот это реальные скидки. Какая фирменная штука. Все 14 баксов.